А нас тут карта нет, да? Сокровищ. Ебанись. Если бы здесь еще карта сокровища была, то я думаю, здесь был бы не трисом. Чё? А чё шупит здесь? Или это из корабля так давно? На берегу. А, на берегу он валяется, всё, я понял. А там, когда мы РБ прибили, там из него выпало 3 черепушки. Я взяла одну, на берегу лежит один. А еще один где? Ну, один в у нас в это, у этого, в Капитанской бухте. Нет, тут уже 2. А, да, все правильно. Я на Капитанский мостик положу, вот, да. Кают капитана, во. Да. Вот. И один ты куда-то положил еще. Ну, это самый первый, который был. Да, да, да. Он в самой жопе. Он в жопе жоп. Да господи, ты бочки вношу, они все появляются. Вот, теперь ты меня понимаешь? Я хочу на остров посмотреть, а тут... Ну, это не самый топовый лут. Это такой себе. Да тут вообще никакие бананы, кокосы. А-а-а, апельсиновый рай. Может, нам пойти это все сдать? А, это ни о чем. А вдруг нас гопнут? Да пофиг. Да, Кирюх? Ну, на бочке, да, не стак. Ну, это сколько у нас их? Раз, два, три, там. Ну, может, на 1000 этот золотой сундук, вот этот, ну, не, ну, пару тысяч. Пару тысяч, может быть, и наскребем. Ну, не пару, больше, мне кажется. Я не помню, сколько сундук это стоит золотой. 800. 800, ну, и эти, поскольку бочки взрывные. По 150-200, по 200, наверное, уже. По 200. У нас их 3-4. Три черепа, по-моему, самых донных. Ну, да, 2 с копейками. Которые... Ну, 2 с копейками, да. Ебать. Не, ну, учитывая то, что у Мани сейчас денег там, это... 1010. У меня 0. Со снайперки в упор в змею. Когда некуда девать патроны. А кто-нибудь свинью видит? Ебать. Я здесь ни одной свиньи не видел. Кто в кого стреляет? Маниф в это, в мобов пытается попасть. Я в чайку он стрелял. Пытается. Я выпадаю. Ладно, все, я пошел. На нашу эту заплатку. Ебать! К нам корабль справа, слева. Быстрей. Кто стреляет? Но это в него стреляют. Кстати, да. Это в него стреляют. За островом. Твою мать, нахуй, да, тут так ядра летают через меня. Это с острова по нему стреляют. А как это? На острове есть этот. Зенитка? А в нас-то не стреляет. Я на корабле. А, там скелет стреляет. Вау. Видишь? А почему он по нам не стреляет? А я знаю. Снизу. Кирюха, как это убивать, не помнишь? Хер его знает. Я стреляю. Ух, он какой бодрый. Все? Да, бля. Мань, возьми письмо. Какое? Ну вот письмо. Кто тут? Кирюха, я. Возьми письмо. Я сверху... Ебать. Уходим? Там акула! На, ну тогда я точно на заплатку. Я тоже на заплатку. А чувак к нам, не знаю, видимо, хотел это... прикрыться. Чтобы мы его прикрыли. Но только не мы стреляем.
Блять, патронов нет. Япона мать. Изгибающаяся лощина зовет тебя. Сокровище там ждет. Кирюха. А. Мы на изгибающейся лощине. Без понятия. На карте посмотрите, пожалуйста. Я понял. Угу. Отлично. У нас здесь текстовый квест на сундук. А, приключения? В скрытом и густых зарослях к входу от в пещеру север. Приди, фонарь засвети и найди там к кладу путь. Я ненавижу эти загадки. Да везде 5 патронов. Этот корабль, интересно, это тот же корабль или другой? Так, я не вижу чувака на корабле. Вон он бегает. Hello, fellow pirates. We're here to make your friendship, I guess. What? Короче, типа... Он здесь, чтобы делать дружбу. Ой. Привет, братья-пираты, типа. Ну, надеюсь, что он не пидор. А я не знаю, как говорить, я не помню. Альт. Окей. Это вы там воюете? Нет. Да он, наверное. Да он над тобой где-то. У нас здесь как бы квест, если чё. До сих пор? Новый. Как бы да. Еще один появился. Типа свиток нашли, письмо. А, выпал из да, босса. Да. Я, короче, дефу на всякий случай кораблик. Или уходим нахрен. А их двое? Hello, поднимайте паруса. Us, builders, поднимай я. Мне кажется, он пьян. Кирюк, уходим. Мы вас не понимать. Не, я понимаете, но это не важно. Прикидываемся вениками, улыбаемся и машем. Мы веники. Hello. Hello. Ой. Он в рупор кричит. We finally found some friends. We've been searching for so long. Чё? Типа мы очень долго искали кого-нибудь. Да, вот я тоже. Да тут вроде полно всяких. Да ты говори, there are many people here. Вы не говорите оба, если чё. Я альт нажал. Well, скажи, сорян, сорян. See you. Маня в него попала. Я не в него, я в пол. Да, блядь, тут такая дебильная система переключения. Пыталась короче, взять удочку и ёбнула. Вот когда вот такой значок... Я не вижу никакого значка. Ну что ты... А, да, есть. Я не вижу. На. Чем мы поплыли? У нас же квест. Ну, давай тормозим тогда. Тормози. Короче. О, учительница, иди сюда. Я не могу, у меня рыбалка. Бля. Переводи. Я не поняла, что делать. Читай. Ебать, глазить. Судьба на изгибающейся лощине зовет тебя. Это мы тебя. Уже прошли. Сокровище там ждет. А. Вторая часть. К сокрытому в густых зарослях входу в пещеру на севере. Приди, фонарь засвети, чтобы найти кладу пути. Так в чем проблема? Так. Пещера на севере. С фонарем подойти и посветить. Что они написали? Что-то лагануло. Типа, не волнуйтесь.
А чё там хорошая смерть? А, я не успела прочесть. Блять. Маня чуть не, не пристрелила первых же встречных. Да нормально. Людей. Мирных причем людей. Да. Да бля, я случайно. В нас уже одни стреляли. Кто стрелял? Ну, до первый день. У нас пиратский маленький кораблик стрелял. Ну, им, правда, в очко стрельнул вот такой вот большой кораблик. И все разошлись в разные стороны. Ибо нехуй. Ну, правда, вот мы сейчас на большом кораблике. Как бы, ну, нас как бы всего трое. К скрытому в густых зарослях входу в пещеру. Север, приди. Фонарь засвети, чтобы найти кладу пути. Ебать! Товарищи! Товарищи! А, понятно, вау. У тебя гость. Маня завела снайперку. Она купила, что ли, её? Ну, там бесплатно ждают, стоковые. Ух ты ж, ёпки. Я аж вздрогнул. Угу. Одного убил спереди, оборачивать назад сзади еще один. На меня тогда вообще трое бежало, а я со снайперкой. Что, сдаваться будем или как? Это у нас тут 4 черепа. Да. Смотри, у тебя, у нас есть два варианта. Либо идем вниз, поворот. Вниз это мне, вот знаешь, вот. Налево, если ты повернешь. Либо полностью выкручивать назад. Куда тебе удобнее? Ну, давай назад, чтобы не пересекаться с тем кораблем впереди. Все, тогда давай. Я тебе все поднимаю. Да, Кирюх, вот так вот курс держи примерно.
В нас ебошит, товарищи. Все, вот так вот. И мне кажется, что где-то корабль сбоку должен быть. Да. Надо отсюда отходить, от этого острова. Желательно быстрее, следующее ядро будет в нас. Не будет. А вот и справа корабль. Маня, ебать! За корабль. Какой? Куда? За пушки. А что делать? Стрелять. Кирюх. Mm. А дальше? Их корабль под наш корабль. Заряжайся, стреляй. Эрфи. А надо изнизу брать эту? Да. Я могу их бортануть. Ага, у нас гости сзади еще. Так, у меня со штурвалом что-то не то. Мне его заколдовали. Хотите, окей. Рыбка на нас плывет, рыбка на нас плывет, рыбка на нас плывет. Ух, мимо нас. А мы там не течем, пойду проверю. Ебать. Мы там течем, да. Угу. Мы очень сильно течем. Мне нужна помощь. Я бросила, я бегу. Не туда бегу. Так. Вычерпываю воду. Воду? Да. Меня сложили. Это призрачные чуваки, которых надо на засвет. Пять. Рюх. Я понял, понял. Короче, от размера корабля зависит сложность ивента. Может, и награда? В принципе, мать не пути может. Угу. День, кстати. Они стали нормальными. Должны стать нормальными. Меня выкинуло за борт ядром. Меня почти. Это крепость Воронье гнездо. Господи. Наш корабль вертается в сторону. Я не знаю, я внутри чиню. Я попробую на перехват. Блядь. Мы, кстати, почти врезались в это. А, о. Так съебываем. Не уйдете, придурочные. Мы или они? Меня сложили. Кирилл, у да. Меня довольно-таки много интересного лута. Да я... Не допрыгнул. Тебя выкинуло? Да и нет, я просто не допрыгнул. Какие же они прочные. Я горю, 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 горю. Мачта повреждена. Ебать, у нас пожар. Пожар на корабле. Ту водой надо тушить. Я думаю, у нас трюм затоплен, можно там набрать. Да. Я так и делаю. А трюм-то, ребятушки, все плохо. Ребятушки, все очень плохо, мы тонем. Я мертвый. Я не могу ничего сделать. Не один ты. Блять, досок нет, да ёб твою. В смысле снизу? Я из бочки и брала снизу. У меня какая-то чё-чё-чё черная. Ну, корабль утонул. А мы все проебали? Да. Я там столько приготовила всего. Ой. И что мне с этой русалкой делать? Таким образом, мы потопили наш первый корабль, и не последний. Если хотите увидеть наши дальнейшие фейлы, не забываем подписаться, поставить пальчик. И всем пока.